Депутаты «Единороссы» Окружного совета депутатов Александр Гусев и Андрей Яцишин провели профилактический рейд на привокзальной площади города Одинцово. Вместе с заместителем секретаря местного отделения «Единой России» Алексеем Проскуриным партийцы проверили соблюдение мер санитарной безопасности на общественном транспорте. Особое внимание уделили масочному режиму. Большинство пассажиров и водителей все меры соблюдают, отметили проверяющие.